38-23. Будем на днях прошивать, проверять эту машину. Не проверять, а прошивать уже. Все так настроено. Проверено, настроено. Предварительно пошили. Но будем делать видео. Маслоприемник поставим. Поставится маслоприемник. Машина в идеальном состоянии. По крайней мере, в отличном состоянии. Видно. Карболитки. И та шестерня металлическая, стальная. Все как новое. Все как новое. В челноке люфта вообще нету. Это чуть-чуть шевелится сам шпульный колпачок. На сетке вообще сетка мертвая вообще. Вообще не люфтит. Очень хорошая машина. Очень хорошая машина. Да, тут все в порядке. Все. Моталка с пружинкой. Моталка с пружинкой. Да, вот здесь есть этот колокольчик на этот направитель, на моталку. Шкив как новый. Стойка с двумя тарелочками. Вторая не прикручена пока. Ну и сколько тут работало, сколько ниткой протерто. Видно, что совсем мало от нитки, даже краска там чуть-чуть только подтерта. По игловодителю. По игловодителю все мертво. Ну тут просто бомбезно. Промо видео такое. Будем прошивать потом. Да, мотор 1500-ник. Мотор 1500-ник, 370 ватт, 1500 оборотов. Шкив небольшой, где-то 5 по внутреннему диаметру, где садится ремень. По наружу 6,5. Но будем пробовать, если еще меньше шкив будем ставить. Но этот мотор тянул, это у меня такой мотор пробный, проверочный. Вон конденсаторы подключены там в пакете. На треугольник переключен клемники со звезды. На треугольник. Вот так, две педали. Подъем лапки, да, все, поддон. Поддоны родные, поддон защитный, чтобы масло на ноги не капало. Да, кое-какие трубки надо поменять, конечно. Кое-какие трубки надломанные. Или они так просто потянуты, не надломаны. Не, все нормально. Да, вот на эти раньше, когда-то были сюда масленки, подходили трубки, вот на эти валы. Но эти валы не вращающиеся, они как качающиеся. Они там 100 лет, такие мощнейшие втулки. И вот здесь вал подъема, вал продвижения и вал подъема. Они там качаются, они 100 лет, там одну каплю масла, если сюда капнуть, 10 лет будет работать и не износится. И 20 тоже. Значит, шестерни, все видим. Все в идеале. Будем прошивать, проверять. Да, подъем лапки через поддон тут идет. Ногой подъем лапки, ногой. Ну, смотрим, добавлю ссылки по таким машинам. И другие видео смотрим. Вайбер, ватсап и ссылки смотрим, добавлю. Плыс, да, вот эта вот машина. 84-75.
Вайбер, не WhatsApp, пока только Вайбер. Что ее поставить? Вот она садится на шарнирах. Аккуратно все поставили. Да, пластик где-то отбился только. Один нюанс, уже минус один только в машине есть. Отбился пластик. Так, чуть-чуть последнее приготовление и сделаем видео. Please.